Всех приветствую на канале Ярославский огород. Тема ролика «Зеленый лук. Выгонка Штутгартен Ризен». На дворе 16 декабря. Решил посадить репчатый лук на перо. Выбираем маленький и средний луковиц. Отрезаем макушку примерно на пол сантиметра. Обязательно смотрим, чтобы лук был крепкий и здоровый. На ночь заливаем посадочный материал раствором марганцовки. На следующий день берем емкость, в которую собираемся высаживать посадочный материал. Засыпаем в нее легкую почву, в моем случае это компост дачного участка, и осуществляем посадку, плотно располагая луковицы друг к дружке. Хочу отметить, что при выгонке лука важна не питательность почвы, а именно ее легкость. Можно использовать также опилки, минеральную вату, да хоть обычную туалетную бумагу. Подписывайтесь на канал. Всем пока!